Всем здравствуйте! Брак телеведущей снова переживает кризис. Отношения Екатерины и Александра Стриженовых являются одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что эти отношения идеальны, в них тоже существуют свои проблемы и свои секреты. Однажды Екатерина застукала своего мужа за изменой со своей подругой и приняла решение расстаться с Александром. Однако он очень долго и упорно вымаливал прощение у жены, утверждая, что его бес попутал, и что такого больше не повторится. Стриженова простила неверного супруга, но осадок в ее душе от предательства мужа, скорее всего, остался, и отношения уже не были такими, как прежде. С этого момента все изменилось. Судя по всему, Александр не сдержал своего обещания. В комментариях под постом Гоши Куценко, который выложил фото, подписав его «Пятница», ведущая ответила следующим образом: «Я в загул». Видимо, Стриженова очень вымотана эмоционально и физически. Вероятно, муж Екатерины снова пошел на сторону, из-за чего ведущая начала выпивать. Как говорится, чужая семья – потемки. Видимо, это только кажется, что в семье Стриженовых царит гармония, а на самом деле там плетутся интриги. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!